Всем привет, с вами Комаров Виталий. Вот моя посылочка. Посылочка не с очками, с видеокамерой, а с очками с эффектом поляризации. Вернее, не с эффектом, а с поляризацией. Сейчас мы ее откроем. Как-то где она тут начинается, не знаю. Так, заказал я сразу трое очков. Очки все одинаковые. Почему одинаковые? Мы все в одной семье живем, правильно? Чтобы не было возмущений. Тому то не нравится, этому то. Вот раз. А это иди сюда. Ну, естественно, мы посмотрим их все. Вот еще бы их посмотреть как-то. Блин. Два. Ну, кстати, эти очки хорошо зимой носить, потому что снег он дает блики, и довольно сильно слепит. Кстати, на блики тоже вот проверить можно. Сейчас на шторках бликует, вот что там как будет. Так, ну одна коробочка помята. Короче, я сейчас все распечатываю, да, смотрю, все ли у них в порядке. Так, вот, раз очки. Вот, все как и в других видео, я это видел. Все так оно и есть. Так, что тут еще есть? Все, дальше коробочки нет. Китайцы подарков не ложат. Следующая коробочка. Ну, это мы просто сейчас проверяем, чтобы комплектация была. Все то же самое, нет ничего. Так. Вот все то же самое. Так, проверяем первые очки. Да? Сейчас проверим просто на то, чтобы они были целые и нормальные. Вот так вот они все упаковывают, китайцы. Молодцы. Прям в пакетики. Это, короче, очки. Мешочек для очков и тряпочка. А это чтобы проверять эффект поляризации. Кошмар. Так. Так, ну что ж. Посмотрим, что они тут еще представляют. Ну, какой придумали. Поляризация. Выговорить надо. Вот так вот хорошо они упакованы. Блин, мне кажется, они даже для вождения пойдут. Да, все. Показывает, как есть. Эффект поляризации есть. Блин, они не очень-то и темные, но так вот они. Прям шикарно. Вот такие вот. Петельки. Вот если видно, то они подпружиненные здесь. То есть довольно-таки шикарно. Очки спадать не будут. Блин, я доволен очками. Такие вот очочки. А, очочки надо. Блин, слазь. Там куда-то. Вот гремит это вот эта вот штука. Мусопрыник, который подмышник. Или что он там как называется. Блин. Так, ну-ка. Да, эффект поляризации, конечно, поляризующий есть, поляризации. Вот я сейчас на окна смотрю, сейчас мы по штурке бликует. О, хорошо видно. И вот так вот все это шикарно. То есть без них, а вот в них, сквозь них. Работает шикарно.
Так. Сейчас я их попробую на себя одеть и рассказать ощущения. Как? Блин, вот сейчас сказали, после дешевых очков, которые вот у нас на рынке продают, это вот прям зима, и земля и небо. Не знаю, как там меня сейчас в камеру видно, но удобно в них. Тынк, вот так вот. Снимаю одним кадром. Так что, блин, я доволен. Я очками доволен. Прям никаких у меня претензий к ним нет. Чехольчик действительно жесткий, да, его можно в карман положить. Тут, по-моему, еще одни очки при желании можно поместить, какие-то маленькие. Может быть. А там не знаю. Шикарно. Так, это тоже туда засунем. Так, одну мы раскроем, и надо будет ее упаковать, как она была. Вот я уже сделаю за кадром. Так, как у нас здесь дела обстоят? Ну, комплект весь полный. Все как положено. Так. Тут одни очки будет супруга носить, вторые очки сыну я купил в подарок. Ну, а третий уже, как говорится, мне в подарок. Наверное, так. Ну, точно такие же очки. Ребята, вот эти вот очки, которые продают в этом, как его, в Лео Макс, они на Алиэкспрессе стоят 60 рублей. Вот, честно сказать, пара очков вместе с доставкой обходится где-то от 1400 до, короче, дороже еще. В зависимости от того, куда это все доставляется. Эти очки, три пары очков, мне достались по 600 рублей с чем-то. То есть, ну, 1800 где-то вышло. Ребята, они, получается, дешевле обходятся, чем пара очков с Лео Макс. И особо такое качество. О, нифига себе. Третьи очки с подарком. Во. О, вот это вот уже неожиданно, ребят. Китайцы положили подарок. Спасибо. Что за подарок, не знаю. Посмотрим. Это мой. Это мое. Никому не отдам. Чё? Это, наверное, вот для работы с компьютером. Эффект поляризующий эффект есть, нет? Нет, эффект поляризующего эффекта нет. Это, наверное, для работы на компьютере. Вот такая вот штука. Ну, простые такие дешевенькие очечки. Ну, блин, в третьей паре. Вот, пожалуйста, получается, я в общей сложности взял 6 очков. Фу, 6. Какой я хороший математик-то. Четверо очков. 4 пары очков. Ну и, естественно, эти. Так. О. Все точно так же. Все нормально. Эффект, поляризующий эффект есть. На камеру видно, нет? Как бы это все... О, так есть, так нет. Так есть, так нет. Так есть, так нет. Вот. Так что, ребята, работает все отлично. Качество у них отменное. Чем заказывать говно у Лео Макс? Блин, ребят, заказывайте. Вот, пожалуйста, взяли, заказали. Все, проблем нет. Шикарно. Вот такие вот очечки, такой вот обзор. Очками я доволен. Не надо переплачивать где-то что-то. Вот, пожалуйста, все. Ссылочка будет в описании на эти очечки. Все, спасибо, ребят. Я счастлив. Зимой тоже, как говорится, тяжело ходить без очков, потому что снег, он так или иначе бликует и слепит. Так что я счастлив. Я думаю, супруга будет счастлива.
жена будет счастлива, будут все счастливы. Все, спасибо, до свидания.